Мы хотим обратиться к нашим белорусским коллегам с просьбой воздержаться от любых попыток и воздержаться от, может быть, рекомендательных, таких настоятельных приглашений Российской Федерации принять участие как наблюдатели в выборах на оккупированных и аннексированных территориях украинских в Крыму. Мы знаем, что в сентябре в Российской Федерации проходят выборы в Государственную Думу, и украинская сторона апеллирует ко всем нашим международным партнерам, ко всем нашим соседям с просьбой воздержаться от того, чтобы посылать своих наблюдателей на аннексированные территории, а именно в Крым. Потому что Украина не признает вот эти выборы, которые происходят на откушенной, украденной у Украины территории.